Всем привет! Сегодня будем готовить вкусную горбушу в духовке. Запеченная по этому рецепту рыба получается очень сочной и нежной. Главное не передержать ее в духовке. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Начинаем с того, что нарезаем лук тонкими полукольцами. Затем в форму для запекания наливаем подсолнечное масло, так, чтобы оно закрыло все дно. Выкладываем туда стейки горбуши. Посыпаем их солью. Черным молотым перцем. А сверху раскладываем лук. Вливаем воду. И отправляем в нагретую духовку на 20 минут. Температура 200 градусов. В это время натираем на мелкой терке сыр. Через 20 минут посыпаем рыбу сырной стружкой. Возвращаем ее снова в духовку и продолжаем запекать еще 10 минут. Вот и все. Вкусная и очень сочная горбуша готова. Подаем ее к столу в горячем виде с ломтиком лимона. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, оставляйте комментарий и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующее видео, нажмите колокольчик. До новых встреч!